Всем привет, с вами Дима и проект Ferrum.com. Ну что ж, пришло время подводить итоги нашего розыгрыша и определять победителей, которым отправятся эти призы. Вот, в общем-то, таблица наших участников, она у нас насчитывает, по-моему, 1254. Да, все правильно, 1254 записи, то есть приняло участие у нас 1253 человека. Переходим к нашему прекрасному рандомайзеру под названием random.org. И вбиваем сюда начальную цифру 2, потому что со второй записи начинаются у нас, в общем-то, анкеты. И 1254. И нажимаем Generate. Номер 208. Номер 208. Вот он. Роман Абдуллин. Переходим на страницу его ВКонтакте. И на его страницу на Ютубе. И проверяем выполнение условий. Человек должен был подписаться на наши два канала и на канал GearBest Россия. В общем-то, вот эти три подписки я уже вижу. Первое условие он выполнил. Ну и он должен состоять в группе нашей и в группе GearBest'а. И сейчас мы это будем проверять. Так, заходим нашу группу, заходим в группу интернет-магазина GearBest и ищем здесь этого человека. В нашей группе он состоит, и в группе GearBest он тоже состоит. Вот, в общем-то, наш первый победитель, который получит Улифон Вена. Едем дальше. Нет, не туда, вот сюда. Нажимаем Generate еще раз. 140. И я забыл проверить еще одно условие, которое у нас было. Оно заключалось в том, что человек должен поделиться нашим видео. Да, вот, он поделился. Теперь точно Роман Абдуллин является первым победителем, который получит Улифон Вена. Так, номер 140. Номер 140. 140, 140, 140. Где ты есть? Вот 140. Вадим Ивасина. Если я не ошибаюсь, то это один из наших постоянных зрителей. Или, возможно, фамилия у человека точно такая же. Возможно, я что-то путаю. Но, по-моему, он. Так, проверяем подписки. На GearBest вижу. И на Ferrum.com вижу. А на Ferrum.live тоже вижу. Все, все правильно. Подписки все у нас есть. Проверяем, поделился ли человек видео. Поделился. И проверяем, состоит ли он в группах. Так, для начала группа GearBest состоит. И группа Ferrum.com состоит. Вот наш второй победитель, он получает VK World VK 700 Max. Ну и, в общем-то, самый последний победитель, который получит наушники, теоретически находится под номером 307. Нагорянский Сергей. Открываем страничку ВКонтакте. Открываем, я сказал, открываем. Не хочет Excel. По-хорошему, будет по-плохому. Так. YouTube открылся. Проверяем подписки. На GearBest вижу уже. На Ferrum.com, на Ferrum.live, в общем-то, тоже подписки есть. Так. Поделился ли этот человек видео? Поделился. И проверяем состояние его в группах. В группе GearBest он у нас есть. И в группе Ferrum.com он у нас тоже есть. И вот, в общем-то, у нас третий победитель,
который получит от нас наушники Urban Fun Hi-Fi. Поздравляем наших победителей. В ближайшее время мы свяжемся с ними, чтобы узнать у них данные для отправки им смартфонов и наушников. На этом у меня, в общем-то, все. Оставайтесь с нами, у нас в обозримом будущем еще будет очень много конкурсов. Спасибо за просмотр, пока!